is what we know. So to me it ain't nothing but being true. But now I know. Ну что, друзья, несмотря на погоду, все уже в зимних вещах, на улице минусовая температура, поздняя осень, а у нас завтра-послезавтра этап Джимханы в Челябинске, Юка Драйв Фест, куда мы едем со своей командой, команда Японец, едем на Короле, которая очень сильно преобразилась, мы подготовили все последние штрихи по техничке и готовы с минуты на минуту выезжать.